Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре газовый страйкбольный пневматический пистолет, и это Glock 19 Gen 5, полностью черного цвета. Вот такой красавец. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим роликам в продвижении. В комплекте здесь есть специальные накладки сменные для рукояти, которые будут менять ее полноту, скажем так. Они и сами по себе отличаются по полноте и отмечены. Размер L, размер M, ну и все. Ставим вот сюда. И чем, соответственно, размер будет выше, тем полнота станет больше. Ну и в этом, как бы, наверное, все. Про комплект больше ничего и не расскажешь. Ну а о пистолете, конечно же, есть что, поэтому тянуть не будем. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Произведен пистолет компании WE. Прототипом пистолета является Glock 19. Относится данная модель к газовой пневматике. И заправляется при помощи баллона с газом. Заправка осуществляется, конечно же, в магазин. Он здесь черный, металлический и полноразмерный. Клапан для заправки находится на нижней стороне корпуса. Подставляем баллон, 4 секунды держим, и этого более чем достаточно. Затвор и внутренние механизмы сделаны из металла, все остальное из ударопрочного полимера. Длина данной модели 180 мм, где 90 мм это длина ствола. Вес пистолета 675 грамм. На верхней части корпуса предусмотрены прицельные приспособления, мушка и целик. Для стрельбы из данного пистолета понадобятся те самые страйкбольные шарики в калибре 6 мм, белые, пластиковые. Заряжаются они в магазин, конечно же, он рассчитан на 25 таких шариков. Самовзводом пистолет не стреляет, поэтому только по предварительному взводу. Если по какой-либо причине шариков в магазине нет, пистолет встает на затворную задержку, с которой мы снимаем легко и просто. Клавишей на левой стороне корпуса. Затвор вернулся туда, куда нужно. Супер, это, конечно же, не может не радовать. Также у пистолета есть и имитация отдачи, blowback. Давайте посмотрим, как же он здесь работает. Я бы сказал так, маленький да удаленький. 9, которые стремятся к 10 по 10-бальной шкале отдачи, скажем так. Мне нравится. Под стволом есть предохранитель. Предохранитель есть также и на спусковом крючке, это самая педалька. И также еще сюда можно установить и лазер, или же фонарик, потому что здесь есть специальная планка, которая под это как раз таки предусмотрена. Ну и рукоять здесь рельефная. Рельеф хороший, фирменный такой, глоковский. Он, в принципе, я так думаю, нравится многим. Ну, мне он нравится так точно. По заявлению производителя, скорость шарика в момент вылета из ствола достигает 100 метров в секунду, что не превышает разрешенной мощности для свободной продажи и покупки. То есть да, для приобретения данного пистолета вам не понадобятся специальные документы. Просто приходите и покупайте. Или делайте это и вовсе онлайн, если так вам будет более удобно. Но вам должно быть 18 лет. Ну и раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный пистолет подходит к концу, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же он вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров!